Я приветствую всех на канале Germany Real. На этом канале ведется разговор о жизни в Германии. И сегодня, как всегда, мы поговорим о самых актуальных и важных событиях. А именно. Дополнительные 220 евро в месяц. Кто получит специальные выплаты автоматически? По сообщению издания Bürgergeld.org, нынешняя ситуация с высокими ценами на энергию и продукты питания является финансовым бременем для многих людей. Поэтому дополнительная помощь в размере 220 евро в месяц на банковском счете была бы крайне кстати. В октябре 2022 года уже принято решение о введении налоговой и безвозмездной инфляционной надбавки в размере 3000 евро, которая обеспечит ежемесячные расходы работников. Единственная загвоздка – решение о выплате премии остается за работодателем. К счастью, есть долгожданное исключение для работников государственного сектора, подпадающих под действие коллективных договоров ТВОЭД, ТВФАУ и ТВВальтбунд. Вы получите специальный платеж автоматически. Инфляция означает, что цены на вещи, которые мы покупаем, становятся все выше и выше. Это может означать, что нам придется тратить больше денег, чем раньше, на такое же количество еды или одежды. Это расстраивает, потому что наши деньги становятся менее ценными, и мы можем позволить себе меньше. Например, некоторые люди не могут позволить себе новый автомобиль, телефон или отпуск, потому что все становится дороже. Поэтому важно не отставать от инфляции и следить за тем, чтобы наши доходы и сбережения не отставали от роста цен. Верди объявил, что около 2,5 миллионов федеральных и местных служащих получат надбавку к инфляции. В июне часть сотрудников получила специальную выплату в размере 1240 евро. Ежемесячные специальные выплаты в размере 220 евро должны следовать с июля 2023 года по февраль 2024 года. Верди сообщает, что по истечении этого периода коллективная заработная плата будет увеличена на базовую сумму в 200 евро, а затем увеличена на 5,5%. Месяцы споров о заработной плате в государственном секторе завершились в апреле соглашением между профсоюзами и работодателями о надбавке на компенсацию инфляции. Хорошие новости для сотрудников, работа которых подпадает под ТВОЭД, ТВФАУ, ТВВальтбунд, ожидается выплата бонусов. В эту категорию попадают различные профессиональные группы, включая педагогов, водителей автобусов, работников плавательных бассейнов, пожарных, медсестер и гериатрических медсестер, административных служащих, лесников, работников водопроводных сооружений и врачей. Согласно Верди, сотрудники, которые заняты не полный рабочий день, могут рассчитывать на специальные выплаты, пропорциональные их рабочему времени. Соглашение действительное в течение 24 месяцев. Thank you.
На сегодня это все. Я благодарю вас за внимание. Если было полезно, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Я прощаюсь с вами до следующего выпуска. И желаю вам замечательного дня.